Культура – это лучший дипломат, говорят организаторы 5-го международного праздника «Дни Польши в Одессе». В этом году мероприятие проходит в рамках туристического форума. Насыщенная программа продлится 3 дня. Одесситы и гости города услышат польские музыкальные ансамбли, а также фортепианную музыку. Туризм и образование являются важными элементами в польско-украинских отношениях, считает генконсул Польши в Одессе. Мы можем показывать одесситам культуру, не только культуру, интересные предложения со стороны высших учебных заведений, со стороны туристических аттракционов Польши, угощать польской кухней. Одна из традиций международного форума – конкурс детского рисунка среди одесских школьников. На выставке представлены 20 работ победителей. Тема этого года – достопримечательности Польши. Когда я начала искать по интернету, чтобы такое интересное нарисовать, я их увидела сразу и, честно, влюбилась. Конечно, к сожалению, не получилось полностью передать вот это вот все. Но хотелось передать такую жизнь красивую. Как видите, человек в карете сидит, красивый. Завершатся Дни Польши финальным матчем турнира по футболу среди школьников за кубок Генерального консула Республики Польша, а также бесплатной дегустацией блюд польской кухни. Дмитрий Долматов, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.